Всем привет, с вами Азбука Семантики, и я вам сегодня расскажу, что такое технический аудит. Технический аудит – это проверка соответствия вашего сайта техническим требованиям поисковых систем. Ну, технические требования я тут бы взяла в кавычки, потому что нигде таких требований не выложено в официальном виде, просто техническим параметрам, по которым поисковая система отсматривает ваш сайт, который теоретически влияет на ранжир. Вот. Технический аудит – это проверка технического состояния вашего сайта для того, чтобы он соответствовал поисковым системам. Самые важные на сегодня пункты технического аудита – это доступность сайта, при нагрузках, если у вас большой сайт. Это скорость загрузки страниц, размер страниц, наличие, при индексировании, когда происходит сайта, важно отдавать правильно код ответа серверу. Так вот, если у вас неправильные коды сервера настроены на сайте, вы вместе 200 отдаете 44, то у вас вроде бы все хорошо, и загрузка хорошая, и это хорошо. Но сайт не будет индексироваться. Так вот, правильные коды ответа сервера, адаптивный дизайн сайта и правильная верстка. То есть, чтобы блок контента, который у вас есть на сайте, был выше по верстке. То есть, визуально, не с точки зрения визуально, а по верстке именно выше, как при индексировании роботов. Технический аудит сайта проводится с помощью сервисов. Все сервисы будут приведены на статье. Этими сервисами можно быстро, а главное, не особо напрягаясь руками, проверить ваш сайт. Потом формируется задание на программиста. Ну, если у вас есть собственный разработчик, то формируется задание собственному разработчику, и это все исправляется. То есть важность технического аудита, она большая, потому что если неправильно будет индексироваться ваш сайт, или у него будут какие-то слабые технические характеристики, то вся работа по сбору семантического ядра, по закупке ссылок, по всему-всему-всему будет нивелирована. То есть это делать не надо, потому что ваш, в принципе, сайт не готов к продвижению. Поэтому при создании сайта, при работе с сайтом уделяйте внимание и проверяйте Яндекс Вебмастер, Google Вебмастер на наличие технических ошибок и, если они есть, их исправлять. И чтобы ваш сайтик такой был с технической стороны чистенький, и вы уже дальше при продвижении не будете возвращаться к вот этому первоначальному моменту по технической оптимизации сайта. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски видео доступны у нас в текстовом виде на сайте. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.